CardPlay 2.0, ну и те, кто будут смотреть на основном канале CardPlay. Все ссылки, кстати, есть внизу в описании. У нас с вами сегодня Red Dead Redemption, 11-я уже серия, полное ее прохождение, то есть сюжет, интересные мне квесты, все вы здесь на этом прохождении увидите. Друзья мои, мы двигаемся дальше по основному сюжету, цепанем. Вчера очень сделали интересный квест вот с этим лекарем, да, такой динамичный, сильный. Вот, так что спасибо вам за лайк, спасибо вам за комментарий, игру не забрасываю и продолжаю ее дальше проходить, несмотря на то, что ее тут душат там со всех сторон. Короче, насрать, поехали дальше. 11-я серия. Ну что ж, погнали. Мы вчера приоделись, так как мы подыстаскались. Стали такие, знаете, как эти, как прям настоящие бандитники. Вот. И сегодня надо подумать, что мы будем делать. Но думать мы будем недолго, так как здесь же прям есть квест. Прям не отходя от кассы. Артур! Are you busy, Arthur? Ты занят? Да нет. Well, что такое? Я знаю, ты считаешь меня фигляром, человеком слов, а не дела, практически не мужчиной. Я, говорит, знаю, что ты, типа, короче, скользкий тип, но... Короче, он говорит, я нашел что-то интересное. Когда-нибудь грабил дилижансы? Нет, ну что ты. Я не мог даже такое себе подумать. Ну, конечно, я грабил. What's the problem with stagecoaches? А что самое сложное в грабеже дилижанса? Типа вооруженные люди. А прибыльно ли их грабить? Если ты желаешь пойти со мной, я познакомлю тебя с моим новым лучшим другом. Лучшим другом? Он даст тебе наводку на несколько разных дилижансов. So where do we find this friend of yours? Мы в теме. Дилижансы, их довольно просто должно быть грабить. Это же обычные сраные повозки. Мне кажется, труда вообще не составит. Ну-ка. Что такое дилижанс? Это обычная повозка, ребят. Ну сколько там? Ну 5 вооруженных охранников, не более того. Он абсолютно правильно сказал, важно, что внутри дилижанса. То есть не важно, сколько людей, а вот что они везут. Везти они могут разные вещи. Зарплаты для рабочих, богатенького какого-нибудь Буратино. Либо еще кого-то. Мы ведь все-таки за бандита играем, да, с вами? Такого. Отыгрываем, вот. Так что... Как-то так. Ну, давайте попробуем получить какую-то информацию. Для нас нужную. Hang back a bit and let me do the talking. Буду говорить я, говорит, не надо его пугать, типа. Oh, I almost forgot. Bill asked me to give you a message to meet him here in town as soon as you can. Something to do with the craze. I thought I'd nab you first. You did? Okay. Thanks. Да ладно, прям с ним. Hello, Alden. Привет. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Как поживаешь? Все хорошо? Времена, говорит, настали тяжелые. Моя старуха плохая женщина. Ужасная. За жизнь, короче. Как дела в Олдене? Кошмар. Жалование снова урезали. Я еще слышал, что изобрели безлошадный экипаж. Короче, нужны денежки. Нужны денежки. Мой друг Артур приготовил для тебя подарок. Ain't you kind, так вы добры, сэр. Call him Arthur. Можешь звать его Артуром. He's
Он свой. Человек нашего калибра. Окей. Ну, хорошо. Сейчас самое время. Тебе это понравится. Он поедет на юг по дороге. Короче, он объясняет, где поедет дилижанс. То есть он нам просто будет сливать, где будут вкусные дилижансы ехать. Discouraged men, Alden. Discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden. Он говорит, будешь в соседнем городе. Там тоже есть один из наших. Его, говорит, разыщи, и он тебе и там даст информацию по дилижансам. Потрясающе. Мне это нравится. Поехали. Подсказка по ограблению дилижанса. Повозка едет на юг по дороге вдоль реки через Силтвотер. Ранд. Ценности в сейфе. Пассажирка. Такая-то, такая-то очень богата. Оперная певица. Тщеславна, но совершенно бесталантна, наверное. Включите воображение. Ага. Ага. Поехали. Я так всегда выхожу. А ну-ка. Follow me. Говорит, погнали ее, просто подождем сейчас встретить. То есть вы поняли, да? Платить стали меньше. Легкие деньги. Он говорит, за процентик я вам доводочку дам. Говорит, проще не бывает, типа, все предельно просто. Немножечко подзарабатывают на стороне, ну да, действительно. Самую малость. Знаете, прошли века, не года, а века. И по-моему, ничего не поменялось, нет? По-моему, вообще ничего не поменялось. Кстати, к этой серии мы с вами было 31%. А сейчас, секунду, мне тоже, я вам сейчас скажу, 35 уже процентов прошли по основному сюжету. Я хочу сказать, основные квесты просто потрясающие. Каждый квест, они разные по-своему, с разными поворотами событий, очень круто. Вот это, говорит, местечко сойдет. Вот. I'm hoping we won't need those. Надеюсь, говорит, типа, твоя пистуля нам не понадобится. Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. Обычно находится в дилижансе сзади. Я устрою небольшое представление, а ты, говорит, сможешь спокойно открыть ящик. How do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. Если что-то, говорит, пойдет не так, вообще не парься и доставай пушку. Отмычка. There it is. Right on time. Let's go. Опа, keep your вот distance so they don't see you. Не приближайся, говорит, к ним, и я тебя прошу, говорит, не доставай сразу оружие. Мы постараемся, конечно. Так, секундочку, что-то у меня лошадочка немножко это. Мой хороший. А вон и наш сундучок. I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm preparing. It's a free. Заливает, говорит, я готовлюсь к выступлению. Did you say a show? It's a small benefit.
Мы, говорит, строим оперу, собираем средства. Миссис Честер Дэмсон. Ох, говорит, неужели вы та самая певица? Остановите дилижанс! Кружите меня, гондоны, кружите! И как в том самом анекдоте? Что? Мисс Дэмсон, говорит, почему же вы больше не поете? Нью-Йоркская аудитория, она оказалась довольно жестока ко мне. Да, там, говорит, типа, живут те, кто не шарит в музыке. Говорит, не могли бы всего лишь маленький концерт дать? Говорит, не могли бы для меня спеть, а? Мисс Дэмсон, вы должны это Вест-Элизабет. О, как же он потеет. Господи. Мэм говорит, вы потрясающе поете. Концерт 56 числа этого месяца, да, давай, говорит. Ваш голос просто белиссимо. Извините, говорит, что вас потревожил. Всего хорошего. Давайте, спасибо, ребят. От души душевно в душу. Хорошо, говорит, работа на арту. Well done, sir. Well done. Легчайше. Но сколько там денег? Мы сработали, говорит, в команде. Вот тебе твои, типа, бабосики. Отлично. Заходи к Олдену время от времени. До скорой встречи, Артур. А сколько дали? $206 за вот это? Yep. За 2 секунды $206? Понял. Понял. Это нам такое надо. Но не всегда будет так все гладко. Там процент банди, да-да-да. Всего мы 700 с чем-то вынесли. Его процент, наш процент банди, и там уже немножечко нам остается. Добро пожаловать, ребят, на стрим всем. Располагайтесь. Мы ждали тебя, Артур. Ну, извини, что, говорит, немножечко опоздал. Ну ладно, надо идти. Какой у нас план? У нас встреча с Греями в салуне. Говорили с Биллом о работе. Говорит, а почему вообще с Греями должны работать? Да потому что они нам платят. This seems legit to you, Bill. Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this. Мы с ними, говорит, будем работать до того момента, пока не найдем их золото. They said there was some big misunderstanding. Так, осырится в городе. And what if they're warned their fears? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah. They think it was the brave ones. Listen, I know these great boys fit now. This is on the level.
Вообще, мы уверены, то, что у Грейв есть что-то? Добром это точно не закончится. Тут что-то не так. Твою мать! Пресс F работяги. Знаете, ребят, что-то мне это где-то напоминает. Не кажется? Не регает. Пробиваемся, пробиваемся. Мать ваша. Твою мать. Ну чё ж вы меня бросили-то? Ты меня повёл и бросил, эй! Главное, говорит, погнали, погнали, говорит, давай, Артур, я с тобой. Мы, говорит, здесь заляжем. Нормально нас кто-то подставил. Неплохо. Так, ну хорошо. Хотите так? Пусть будет так. Ну-ка. Кто мне мешает? Это свой? Кто мне мешает сделать вот так? Я понял, эти меня не поддержат, да, здесь? Другого немножко сделаем. Матюх. Весело. Откуда попадают? Жестко пробили. Должно быть немножко поприятнее. О! Мать твою! На нахер! Было очень жестко. Давай, 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 хорош. Пресс-эф Шона. Просто пресс-эф. Нормально мы зашли. Попить пивка.
out of it. This is you and me, Morgan. We always get the job done. You call this getting the job done? See that? Those cowards are running away. Looks like most of them. Not all of them. Sheriff Gray. Where the hell's he? We'll find him later. Да, братцы, вот это было очень весело. Шериф Грей говорит, наведи порядок в городе. Кем вы себя возомнили? Падла окопался. Шериф, короче, подставил. Ресеф Шона. Мы, говорит, справлялись с более серьезными людьми, чем вы. Это город Грейв. Всегда был нашим. Нашим и останется. Говорит, остался всего один Грей, это ты. Хочешь, чтобы мы вышли, мы выйдем. Как же ты попался-то, родной? Either way, you're a dead man. Morgan? Shit. He was a good kid. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. Блин, he was out жалко. Trying to find a lead, same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out, except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty. Говорит, беспокоишься, but you're no короче, better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what? 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpo. Bill, take the boy's body. We're in proper situation. Причем мы ничего даже не забрали. Ни копейки. Потеряли бойца только. I'm just so frightened by you. Get out of my sight. Пипец, под такую подставу попали в городе. Жесть. Просто жесть. Малышу Шону, чё? Пресса. Он был для меня как надоедливый младший брат. Только нам всего довелось пережить. Что же мы натворили? Да. Знаете, как квест назывался? Прогулка по живописному городку. Я, если честно, даже не на секунду, но вообще не удивлен. Неплохо мы прогулялись, нам надо что-то с ХП сделать. Так, во-первых, сколько мы не ели. Слава богу, у меня много всего с собой. Шапку нам снесли очень серьезно. Вот. Это другое дело. Поешь, конечно, конечно. Нам бы на самом деле хорошо что-нибудь похавать, пожарить. Надо для лошадки тоже трав каких-то собрать. Элементарных. Ну, как говорится, жизнь бандита, она очень веселая. Плюс-минус, да, там, беззаботная, как говорят. Но, как правило, что, ребята, недолгая. Пойдемте.
We have everybody looking. We will find the boy. Arthur, have you seen that Arthur, boy? Arthur, ты не видел Джека? No. Where's my goddamn son? Где, черт побери, мой сын? Where is he? Where's my son? Кровная вражда, старая новая. Они говорят, похитили моего сына. The Braithwaite woman took him. Oh. But Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite. А, ну все, понял, я понял. Короче, еще и ребенка похитили. Where is my son, Dutch Vandalin? We will find him. We will bring him back to you, and we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. Но это все, это война реально. Они совсем уже переборщили. Ну-ка, поехали. Собирайте просто всех. Поехали, им шапки посносим. Дач, мы только что узнали про Джека. Я, говорит, нужны еще бойцы. Короче, все. Я даже такой, если честно, первый раз вижу выход. Короче, пацаненка похитили, поняли? Пацаненка прямо из лагеря, можно сказать, под это похитили. Зря нет. Сейчас я возьму только теперь то, что мне не нужно, реально нужно. Сейчас мы, братцы, с вами реально повеселимся. Зря они это затеяли. Это прям чистая война. Ну, борщат. Все с надроченным едут. Сколько у нас, наверное, человек 8, да. Пацаненка говорит, мы найдем, говорит, а всех остальных просто, говорит, всех подряд, говорит, долбите. А как же золото, говорит, да насрать на золото, говорит, поехали, говорит, им просто голову снесем. If there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. Christ! Народу просто забей, я говорю, да, весь лагерь выехал, все мужики, считай, выехали. Another perfect scam. We underestimated them. Ну им конец всем. They underestimated us. Надо прям сразу в этого заходить. There is no point arguing now. В главаря их. This is where we are. And we are going to fix it. Раз, говорит, так все вышло, мы, говорит, сейчас все исправим. Это мы прям к этим, по-моему, как его, к едем, как их? Есть Грей, есть Блэк. Короче, вы поняли, вот эти вот. Да, это минус дом. Сейчас дом этот сгорит. Я бы на их месте подобострался конкретно. Причем, чтобы вы понимали, даже лица здесь не закрываются. То есть здесь, знаете, как, ну, принципиально, в открытую все едут. Слезайте, говорит, с коней. Сначала Шон, теперь Джек. Зря мы во всем, говорит, полезли в это. Сейчас мы, говорит, все исправим. Как будто, говорит, они не знают то, что мы приедем. Задел, ребята. Джон, ты точно справишься? Я же сказал, что все в порядке. Идите, говорит, за мной. Эти, говорит, обоссанные, типа, семейки обнищалые пытаются, говорит, провести нас. Ничего у них, типа, не получится. Как они, говорит, вообще посмели похитить ребенка? I need you to stay calm. Я не знаю, зачем они вообще разговаривают. Взяли бы им просто головы посносили. Выходите, говорит, нахер все, грязные выродки. Чего вам, черт побери, надо? Easy, John. We've come for the boy. Мы пришли за пацаном. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Теперь вы поняли, что типа не надо было у нас воровать.
Whatever complaint you have with us, в чем бы вы нас не обвиняли, обоснованно или нет, это же маленький мальчик. Так дела не делают. Верните его. Проваливайте, говорит, нахер с нашей земли. О, пацаны. Вы готовы, дети? Если вы не хотите общаться как цивилизованные люди, просто сразу, без разговора. Если вы не хотите общаться, суки, как цивилизованные люди, я ваш дом достал просто. Это еще только начало. Вы еще не видели вот это. Сукины дети. Дубачат они, конечно же, только в меня, да. Все в одного стреляют, все в одного. Ну ладно. Но будет красиво. Будет очень красиво. Ладно. Давайте поработаем. Все довольно просто. Головы сейчас. Говяжьи эти будут просто улетать. По лысине. Хочется мне одну вещь сделать. Знаете, очень сильно. Очень хочется. Ты-то откуда? Что такое, парни? Че, как вы там? Заперлись. Вот уроды. Давай, давай. Тук-тук-тук. Вашу мать. Чё, как? Паренька похитили? Сейчас вы вашу мать кайфанете все дружно. Сейчас вы все кайфанете. Все-таки мы как бы бандиты. О! О! Поехали, парни. Нифига ты дрыгаешься. Весело.
вообще, да, прям нормально. Весело. Куда тут чувак побежал? Что он хочет, дверь выбить? It's blocked, but I reckon it might give. Но я к нему не могу подойти. А, во. Забаррикадировались, падлы. Здорово, парни. Чё, как вы? Сволочи, где мальчик? Прожили в этом доме 120 лет. Мы не знали никаких бед. Где пацан? Кто забрал? Я, говорит, всех перебью, если не начнешь говорить. Ты, говорит, обычный мерзавец. Где мальчик? What about Dan? Now let's get this hag outside. Попили пивка. А чё, нормально? That's right. Burn this dump to the ground. Нормально. Я ж говорил, минус дом будет. Ты мне, говорит, никогда не нравился. Зачем вы забрали мальчика? Вы украли мой самогон. Самогон? Из-за самогона пацана похитила? Где пацан? Мои сыновья отдали его Анжело Бронте. Думаю, он в Сен-Дени. Либо там, либо уже на полпути в Италию. Arthur, come on. What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Взяли немножечко самогоночки. Что начинается-то? Чуть-чуть. На донышке. It's gonna work out, John. Все образуется, Джон. Все образуется. Слушай дальше. You understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, если, говорит, я не вызволю пацана, она нас всех убьет. Понятно. Что. Чисто теоретически, говорит, он должен быть жив-здоров. Они забрали его, чтобы нас припугнуть. He's right, John. What do you think, Arthur? Мальчикам все хорошо, но, разумеется, Марстон напуган до смерти. Мы убили всех, заварили такую кашу, и все это зря. Нет. Не зря.
чтобы выжить. Мы вернем мальчика и уедем отсюда. Верь мне. Слушай, Дач, у нас проблема. Не проблема, а решение проблемы. Добрый день, джентльмены. Мистер Вандерлин, мистер Мэттис, полагаю. И кто ты? Рип Ван Винкл. Good day, sir. Добрый день, сэр. Агент Милтон. Детективное агентство Пинкертона. Агент Росс. Мистер Морган. Рад вас снова видеть. Чем обязаны? Агент Мурло. Не знаю, известно ли вам, но теперь это цивилизованные края. Мы убивали всех тех дикарей, которые вели себя недостойно человечества. Всему этому, говорит, пришел конец. В этих краях никакой цивилизации не пахнет. Есть лишь человек, до того одержимый алчностью, что от всего этого, типа, у него непомерный аппетит. Вы думаете, говорит, из-за этого вы можете убивать и брать все, что захотите? Он назначил вас мессией этих заблудших душ, которые вы увели так далеко от праведного пути. Я всего лишь искатель. Вы убийца, и не более того. Но я хочу предложить вам сделку. Пора. Вы пойдете со мной, а остальных я даю 3 дня на то, чтобы убежать, исчезнуть и начать новую жизнь, человеческую жизнь, где-нибудь в другом месте. Вы пришли за мной, рискуя жизнью, отправились в логово подонков и убийц, чтобы подать им возможность, подарить им возможность жить и любить. Я не хочу убивать всех этих людей, Дач, только вас. В таком случае, сочту за честь поставить вам компанию. Простите, друзья. Мне назначена встреча. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. Вы говорите, совершаете большую ошибку, все вы. Да, какой кошмар. У нас есть нечто такое, за что не жалко отдать жизнь. Как же нам не повезло? Перестаньте нас преследовать. Скоро нас здесь не будет. Увы, не могу. Когда я вернусь, со мной будет 50 агентов. Вы все умрете. Run away from this place, you бегите fools! Отсюда, глупцы! Run! Бегите. Come on! Get your damn hands off of me, boy! What now? Что будем делать? Нужно уходить отсюда. Как можно скорее. Есть один старый дом на болотах в окрестности Сент-Дэми. Там, говорит, нас тоже найдут, но мы выиграем несколько дней. This is spot out by Shady Bell. Место называется Шейди Белль. У нас с Ленни вышел конфликт с предыдущими жильцами. Это укромное место. Так. Переселение. Переселение. Да. Но это было ожидаемо. Никто не будет, конечно, это терпеть. Это было ультра ожидаемо. Так, мне надо лошадку немножко искупать. Чуть надо лошадочку мне искупать. О. Вот так пободрей. Слушайте, весело. Максимально весело. Максимально, как говорится, весело. Посмотрим сейчас, чем это все закончится.
Мне кажется, мы так и будем, знаете, как понемножечку всегда куда-то, то есть, двигаться. Потому что, ну, по-хорошему, мы грабим. Мы постоянно грабим, естественно, это никому не нравится. То есть, постоянно мы кому-то доставляем неудобства и проблемы. А еще мы иногда убиваем людей, что тоже очень многим не нравится. Поэтому, как бы, ну... Наверное, люди немножко правы. I don't know what to tell you. Things don't always work out. That ain't nothing new. Jack's gone. We lost Sean, Mac. Ну да, мы многих потеряли. Ради типа чего? Прошлое не изменить, только двигаться дальше. One day we need to start learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. Максим, спасибо. Советы себе оставь. Спасибо. We'll be okay. We'll get through it. Dutch will fix it. Dutch will come up with a new plan. Dutch исправит, Dutch придумает новый план. Every plan gets us into worse trouble. Сомнительно. We're getting further from where we're meant to be going. Очень-очень сомнительно здесь. You're worked up. Rightly so. Нельзя во всем винить Dutch, но он прав. Don't get too far in your head with all this. You'll never get out. Каждый делал свой выбор, прежде чем быть с Dutch. Хорошим. Насильно никого с собой не тащил. You, me, Dutch, Hosea. It's been a long time now. Какой знакомый домик. That's it up ahead. Four walls and a roof. We're moving up in the world. Come on. Sooner we get this done, the better. You sure this place is empty? Не домик, а целый форт. I ain't sure on nothing. All right. Let's leave the horses here. Take a look. Oh, shit. It's them again. Whoa, 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 whoa. Damn it. Still some here. А тут, говорит, кто-то у нас есть. Очень интересно. See that? You think there's more of them? I'll check the house. You keep watch out here. О как. Добрый день, джентльмены. А что это здесь происходит? А? Парни. Any more you upstairs? I'm coming for you. Парни. Come on. I got a bullet here waiting for you. Come out with your hands up. You can still walk out of here. Кто-то захотел в прятки поиграть. Братанчик, я бы этого не стал делать. I knew you'd come soon enough. You are some of the coward, like you. Почему вообще мы тебя слушаем? Ты кто такой? Еще один какой-то. Ты, да я. Это моя хата. Все, забудь. Ты очередной из этих или из тех? Да. Я не очередной. Я просто тот, кто пришел к себе в дом в новый. Все, конец. Умник, блядь. Here. Give me a hand moving these bodies. Don't want the others walking into this. Перетащить тела, это мы можем. Follow me. Поехали. Выносим мусор просто из дома. Надо, говорит, бросить трупы в болото. Ну, кстати, да, нормальная тема. О! Кожаные! Кожаный плавает. Да ё-моё, прям в воду что? Стрёмно к воде подходить. Мари! Well,
Приятного парня. Ты думаешь, они прям подплывут? Ты бы отошел от воды, родной. Ты думаешь, игра настолько проработана? Да ну нет. Не, я не думаю, ребят. Так, сейчас мы помойку всю эту выбросим. Кстати, устроили здесь этот блатхату. Так, причем такую конкретную прям. Пианино взяли, сломали, быдло. И все на втором этаже, а? Где-то тут что-то еще распрягать начал. Какую-то дичь какую-то вообще непонятную. Ты пришел ко мне в мой дом. На! Дуплетом с двух стволов просто сразу. Это наш дом. И мы его доим. Да, нет тела, нет дела. Кстати, насчет тела, а где оно? Твою мать, я чуть не обосрался сейчас. Я думал, короче, кто-нибудь выпрыгнет, сейчас какой-нибудь аллигатор. Прикинь. Добро пожаловать в новый дом. We got fine living. You know the corpses and the alligators, it's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Собираем монетки. Давайте, говорит, преобразим это место. Arthur, take a ride with me. Артур, ты пойдешь со мной? Да, без проблем. Дочь? Yes. Дач? Could I have a word with you? Можно тебя на пару слов? Not now. Не сейчас. Come on, Arthur. Хорошая какая. Can you believe that girl? Ты, говорит, не представляешь, у меня столько забот, и она хочет поговорить. У тебя с ней все в порядке? У меня сейчас есть более важные дела. Куда мы сейчас? Нужно взглянуть на восьмое чудо света, о котором все говорят, Сен-Дени. Судя по карте, эта дорога должна привести нас прямо туда. А еще вот только там мы не отличились. Молодчина, Артур, все прошло нормально. Парочка незаконченных дел, все нормально. А Джон? Говорит, спасем мальчик, что бы нам это не стоило. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? А как же, говорит, Пинкертона? Я почти уверен, что за нами никто не шел. Мы быстро убрались. Ну, плюс-минус, говорит, несколько дней мы в безопасности. Put some ocean between us and all of this. В идеале, говорит, нам надо убраться за океан. Losing Sean. Влезли, говорит, в одну историю, потеряли Шона. For a long time, I truly believed the paradise lay somewhere. Я, говорит, верил, что рай для нас где-то на западе. Теперь я уже и не знаю. Значит, мы покидаем страну? Возможно, я еще не решил. Okay, there she is. Значит, какой-то хмурый городок. Real city. Говорит, настоящий город. Будущее. Big cities. Да. Always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see городок. What you can figure out. Yes.
Но это наш первый, получается, прям город-город. Глава 4. Сен-Дени. Сколько интересно глав в игре? Тут 10, наверное. Пипец, город. Просто потрясающе. Всегда, как мечтал в таком жить. Меня больше, знаете, что интересует? Плакат о вознаграждении. А там случаем не мы ли висим? Да вряд ли, наверное. Нас здесь не разыскивают. Вот так, теоретически. Прям жандармерия, все дела. А где этот плакат-то висит? Внутри, что ли? А что за чувак $100? Разыскивается награда в $100 всего. Линзди такой-то, вознаграждение за живого или мертвого. Граваль на летчиков из Леймана. Так нам надо его убирать. Он разыскивается за бунтарство, антиамериканскую деятельность, убийство, прелюдия, короче. Все, это наш пациент, это 100%. I'm happy. Oh, I might just wanna hang this poster up on my wall. Главное здесь не наворотить делов. Просто самое главное, пожалуйста, только вот без того, вот как мы любим, а? Потому что это будет просто забейте. Я не хочу. Слушайте, а здесь и шкуры скупают. Здесь вообще город. Здесь прям конкретный город. Прям город-город. Очень аккуратненько здесь. Здесь прям... Все серьезно. Прям цивилизация. Все дела. Улицы все мощеные. Вы чё, щеглы? Hey, deaf, Don't you follow me, pervert? Stop, or I start shooting. Let's get those hands up nice and high. Бля, буду шевелился. Твою мать. This is a waste of time. Зайти в город не успел, это они первые начали. Неизвестный подозреваемый. Мне отсюда деваться некуда. Свидетелей нет, ничего нет. Да ладно, пацаны. А он неизвестный. А это гоп-школьники, да. А это цивилизация, ёпта, город. Подворотню зашел, тебе просто сразу защечку напихали и все.
Верни направо. Нет, он сюда идет. Из-за чмошных детишек этих. Это все Абема. Цивилизация. Дочку твою. Понял, то есть двое стояли, провоцировали. Заходишь в подворотню, тебе сразу голову сносит. Да все хорошо. Не нашли преступника. Но мы тоже не видели, чат. Если увидим, обязательно скажем. Мне не нравится этот город. Еще больше, знаете, что не нравится? То, что непонятно, где... Непонятно, где вход. Скорее всего, внутри. Правильно же, да? А, где он? Как зайти-то туда? Туда, наверное. Добрый день. Я просто не местный, ребят. Наверное, к вам, да? Короче, 2749 мы сюда зашли. Короче, 749. Две пока уберем. Раз. Две 800. Две 900. Потрясающе. 3000. Плюс 300. Просто вот, ну, на ровном месте. Вообще, абсолютно на ровном месте. Ничего вообще не сделал. Просто плюс 300. Пригрели. Здесь, кстати, и шкуры тоже скупают. Очень, очень вкусный город. Хороший. Шаолинь? Не это, не начинай. Так. Мне нужен салун. Плюс 300. Просто схода. Просто на ровном местечке. Кстати, ребят, кто будет потом в повторах смотреть, спустя там долгое время, или просто кто привык в повторах смотреть, обязательно поддерживайте лайком, подпиской, чтобы не потеряться. Ну и на телеграм-канал Hard Inside подписывайтесь. Мне интересно, как у них салун выглядит. Ну типа вот как, допустим, в городах входы в салун. Добрый вечер. Я думаю, что вот он может знать. Эй, друг, я в городе недавно. Я должен встретиться с человеком по имени Анжело Бронте. Не знаешь, где его найти? А, точно не здесь. Если он надумает выпить, то пойдет в салон какой-то. Ага. Только будь осторожен, у этого человека типа серьезное это... Мы как бы тоже не пальчиком деланы. Так-то. Так, как мы прям четко попали. Да? С вами. Что это такое? Фотостудия? О! Поехали. Где я? А тут есть на нормальные ставки, чтобы сыграть? Там на 300, на 500. Евро-долларов. Нет? Ну ты чё, ёпта? What is
Is this necessary? Yeah, пердули. Тут сбить кого-нибудь просто на раз-два. О! Врача, врача! Догнать, догнать, догнать. А, хотя там что, там обычный воришка, что ли? See what you get when you cross me? Someone help me! Somebody do something! А что здесь происходит? Так полиция работает. Офигеть, что-то вообще этот город тут еще хлеще быдло, чем мы сами. Stick 'em up, cowboy. Да что, бери пистолет, дурак. Очень, говорит, смешно, Дач. Я так и думал. Вот мы и прибыли на удивительную землю святоши развратников. Настоящая американская Гоморра. Все, говорит, города, мне кажется, одинаковыми. Как успехи? Я расспросил людей о мистере Бронте. И насколько я понял, нам лучше всего начать с этого заведения. Но пока мне не так типа не везло. Значит, стоит попробовать мне. Только не гречись. Ты же меня знаешь. Когда я горячился. О, Лас-Вегас! Крутите барабан. Что? Что, блядь? Что? Что все смотрите? Что? Что, картина на мне нарисована? Доставай гранат. I'm a transplant, but I'm never leaving. Not unless we all get washed away. Yeah, they say Hello? That's gonna happen. It ain't happened yet. I'll get you in a second. Let me tell you something. The rest of the states, they're lucky to have us. If it wasn't for us, they'd probably run back to Britain with the tails between their legs at the first sign of trouble. You got that right. Now, how can I help? You look like a whiskey man. Вы, говорит, выглядите как любитель виски. А вы выглядите как любитель... Sure. $1. За виски? Oh, ну да, это настоящий stuff. Виски из Шотландии. Да? Okay. Ладно, налей себе. Спасибо. Послушай, говорит, хочу задать тебе вопрос. Кто-нибудь знаешь о парне по имени Бронте? А кто о нем спрашивает? Я. Я спрашиваю. Забудь об этом, друг. Что значит забудь? Слушай, я не знаю, что у вас за дела, но лучше вам об этом забыть, друг. Вам и вашему приятелю, что приходил до вас. Бронте? Анджело Бронте? Пенце. Мистер Большая Шишка, мистер жрущий длинный итальянский спагетти, охренеть, какая большая шишка. У меня от него мурашки по коже, то вот еще мутный ублюдок. Понимаешь, о чем я, друг? Как его найти? О, я думаю, тебе надо поговорить с уличными мальчишками. Они знают, где его найти. Знаешь ли, друг? А с уличными мальчишками у нас немного не задалось общение. Знаешь, вот самую малость вот не задалось. Как-то что-то пошло не по плану у нас с них. Я так-то вообще как бы не против пообщаться, но знаешь ли... Да... Как-то вот у нас что-то не заладилось с ребятами. Где же у нас эти мальчишки?
on quite the craze. So you just walk up to any man. Hi there. Have you seen any kids around here? Тут уличных мальчишек. Да, просто пройдите через арку. Здорово, шпана. Эй. Hey. Hey. Hey, папироски не найдется, мистер? На телефон тебе с камерой позвонить не надо? I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What all costs? Мы отведем вас к нему, но не бесплатно. I reckon I can pay. Я смогу заплатить. $5. Where does he live? Где он живет? В Нью-Йорке? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. На, говорит, иди. This way. Let's go, mister. You coming, Cleet? Stay close. Если ты щегол, то ведешь меня. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Там я, говорит, книжек не читаю, но я это понял. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, Церковь Девы Марии. Model on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? Что за экскурсия? We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but мама, говорит, говорила, что раньше протестантов этих жгли на кострах. Да, еще кое-кого, кстати, жгли на кострах. Были одни ребята. Look at them fine steeples. Hey, you little pair of shits. Let's go. That fellow looks angry. Get back here. Понимаешь, да, что с тобой будет? Мать твою. Я могу ему нож просто в голову кинуть. И эта погоня, она закончится. Лошадь позвать тоже не могу. Тебя, говорит, только людей смешить. Ага. И где он? That was absolutely delicious, my dear. Couldn't even read news. Ну и куда этот мелкий дрищ делся? А? И через зрение, прикинь, он не бьется. Ах ты. Иди, говорит, сюда, хватит. Да ну перелезь ты забор, алло! Макаси херов. Паркур! Нормально, нормально! Паркур! Сейчас еще брейк-данс начну танцевать. Это я могу. Опять куда-то защемился. Смотри на него. Ага.
Утырок мелкий, а долго нет, с тобой бегать буду. Ёб твою мать, а! Какого хера? Можно в него нож кинуть? В чем дело, друг? Отдай мои вещи, Вачо. Этот сорванец ваш приятель. Отдавай мои вещи, отведи меня к Анжело Бронте. Ньоро Бронте. Этот мальчик собирался показать мне дорогу, но потом решил обокрасть меня. Хватит. Мистер, вы недавно в городе? Мистер Бронте куча друзей, но вас я никогда не видел. Мы не друзья. You don't like no one, mister. Вы никого не любите. Mr. Bronte, he's got fine hair. Мистер Бронте, красивая прическа. У него прекрасный дом, и я горжусь тем, что работаю на него. He got 50 men, mister. У него 50 человек. Зачем ему вы? Я просто хочу с ним поговорить. Не сомневаюсь, мистер. Вы и ваши друзья наводили о нем справки по всему городу. Это большое оскорбление. Что про него задают вопросы какие-то грязные янки. Ну, мистер, вам и ваши друзья стоит его навестить. У него большой дом напротив парка. Переубирайся отсюда. Дайте-ка я меточку на карте поставлю. У нас тут мамкины бунтари, да? Какой бы конченый город не был, но человеком мы всегда останемся. На, братанчик. Купи себе еды. Сэр, возьмите это. Давай, родной, береги себя. Ох, да. Надо нормально отрегениться, а то после этих беготни. О. Я тебя серьезно колбасу пущу, ты доиграешься. Я ее звал, а ее просто и след простыл. Ну что ты делаешь-то, придурочный? Okay. Мне очень не нравится этот город. Дальше давай уедем отсюда. Они здесь все конченые. Где тебя носило? Меня обокрали. Кто? Чучка детишек. Я не буду допытываться. Я нашел мистера Бронте. Он что-то вроде большого итальянского босса в этом городе. Все его знают, но никто не хочет о нем говорить. Он живет в большом доме напротив парка. Что ж, отлично. Что теперь? Мы нанесем ему визит. Джон нам отправится туда. Мы спасем мальчика, чего бы нам это ни стоило. Очень интересно. Не могу решить, говорит, что меня больше раздражает, город или болото. Там и там полно паразитов, рептилий и грязи. Уж забрались очень далеко от знакомых мест и открытых пространств. Да. Далеко, это очень мягко сказано. Но у нас 3000 также и осталось.
Я, знаете, что интересно? Мне очень интересно другое. А где у нас... Ага. Не, мы пока здесь. Пока мы по городу. Короче, по этому городу надо двигаться очень аккуратно. Ультра аккуратно, я бы сказал. Что вот здесь, вот, может быть, нам что-то кто-то подскажет. А ну-ка. Что хотел поговорить? Hey, buy me a drink, my name. Мне говорит выпить. Sure, what you want? Brandy. Что вам нужно, бренди? Два бренди, приятель. Ну-ка. $2 a glass. Oh, better be good then. It's the best. Это самый лучший. Thank you. Santé. It's quite a country you're building here, eh? Well, me personally. Хорошую, говорит, страну вы тут строите. Что строить? Я не знаю, чем вы занимаетесь. В основном людей стреляю. Как это по-американски. Мне нравится. А ты чем занимаешься? В основном я опускаю пыль в глаза, рисую, жалуюсь. Как это по-французски. Знаю. Я, говорит, посмешище, я объездил весь мир. Видал все красоты и постиг одну вечную истину. Я первостатейный, как это говорится, обосранец. Засранец. И это тоже. По крайней мере, ты познал себя. Где тебе удалось побывать? Да во всем цивилизованном мире. Я рисовал свои картины, общался с местными жителями. Ты художник? Нет, говорит, я обосранец. Но ты рисуешь. По мнению парижских салонов нет. По их мнению, я не могу рисовать, не могу писать картины. И мне лучше, типа, скрыться. Вот я и скрылся. Скучаешь по Парижу? По грязному, вонючему городу со старыми домами и призраками? И дерьмом, и французами? Этого мне и здесь хватает. Пожалуй. Знаешь, Артур. Чарльз. Знаешь, Артур? Не верь в искусство. Оно лживо. Верь в женщин. Они правдивы. Искусство — ложь. Но вагина — это истина. Груди — это истина. Искусство — это для идиотов. Надо записать. Надо записать. Цитаты великих, по-моему, Цицерон. Или обосранец там. Вероятно, я тебя наскучил. Но взгляни. Что это? It's just a little doodle. You know, entirely worthless, unless you want to wipe your bottom with it. But I wanted to say thank you for the drinks. И просто хочу отблагодарить тебя за бренди. Very kind, Charles. No matter. Good meeting you. Нормальный чувак. Фактит. Базу выдал. Минус $8. Но набросок Шарля какого-то. Набросок. Заметьте. Даже не этот, а набросок. Ага. А на сколько здесь играют? Если здесь играют на $1, то мне это не интересно. Если там играют на долларов 100, то я в теме. От 100 готов ворваться. Даже, наверное, от 50, если на пятерых. Так вот и появилось, да, аниме направление хентай. Да, 100%. Инфа просто 200%. Ну-ка, парни. Что, на него помойки вылили? I've been covered in worse, friend. Just had to be me. Ну что ж, это была очередная серия. Не всем везет. Иногда на нас выливают помой, но не надо падать духом. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто подписывается на наши социальные сети. Ссылочка внизу в описании. Hard
Insight, наш телеграм-канал. Тоже есть ссылка внизу в описании. Оповещение о всех ежедневных стримах. Спасибо всем, кто приходит. Удачи.